фотографию. Я. Настя. Итак, Настя, часто ли ты принимаешь участие в конкурсах? Я участвовала еще в конкурсе подарки на 23 февраля. В этот раз все-таки ты решила принять участие снова. А родители знали о том, что ты принимаешь участие? Я вечером сказала, что мы вообще в конкурсе участвуем. Да. Вот посмотрите. Вы обрадовались или наоборот зарвались? Обрадовались, да? А теперь вот та фотография, которая была размещена. Расскажите немного о ней. Мы построили дом в деревне, решили сфотографироваться. Это ваш личный дом? Да. Вы уже живете в этом доме? Нет. Это у вас дача или основной дом? Дом будет, да? Хорошее решение, правильное решение. Вообще, наверное, надо пожелать всем остальным зрителям, чтобы они чаще фотографировались с семьей, потому что очень часто бывает много фотографий, когда кто-то сам себя фотографирует, друг друга, но очень редко бывают семейные фотографии сейчас. Скажите, вы рады подарку? Да. А кто больше всех рад? Я. Что бы вы пожелали участникам следующих конкурсов? Победы, принимать участие. Настя, что бы ты пожелала? Удачи. Удачи. Так, мама, что бы пожелала? Всем всего хорошего, что чаще участвуем в конкурсах. Счастья. Счастья. А папа? Чтобы почаще и побольше выигрывали. Мы вас еще раз поздравляем и желаем вам выигрывать в наших следующих конкурсах. Тем более, что группа у нас очень часто их проводит.